Здравствуйте, дорогие участники конкурс Golden Time. Рад с вами встретиться еще раз. Вначале хочу сделать несколько замечаний нашим участникам, потому что отправили нам видео и их работа, ну честно, не было, есть некоторые работы, которые не было возможно смотреть картинки даже, потому что не видно, она далеко и сняли плохо. Пожалуйста, покажите вашу работу в хорошее качество. Мы должны, как судья, смотреть и правильно качать картинки. Пожалуйста, старайтесь снимать правильно. Сегодня у нас, конечно, новая работа и красивая работа. Хочу с вами поделить и поделить это. И смотрите, пожалуйста. Вот так. Вот видите, как правильно показать работу. Можно смотреть, эта работа правильно. Художник старался и, главное, правильно снимал эту картинку. Я отправил. Я могу увидеть все, обсуждать и смотреть. И наслаждаться даже работой. Замечательно. Еще у нас еще одна работа. Хочу тоже вам, чтобы вы могли смотреть. Секундочку. Пожалуйста. Вот. Что я хотел. Картинка очень красивая. Ну, камера снимает плохо. Тут трусится в руках, движение. Ну, так нельзя. Надо стараться, пожалуйста. Старайтесь снимать ваши работы, чтобы мы могли смотреть нормально. Картинка красивая. Художник старался. Все красиво. Но смотрите и сами обсуждайте. Сами судите, как неправильно снимает картинка так. Пожалуйста, в следующий раз мы хотим смотреть все как положено. Вот, вот как видите, художник действительно красиво рисует. Картинка очень красивая. Цвета бы добрали очень красивые. Ну, мое замечание, вы уже знаете, нужно снимать и отправить видео как качественное и красивое. Спасибо вам огромное, что вы отправляете вашу работу нам. Рад с вами встретиться и жду вас в следующий сезон. С вами был Анас Казабаргут из Арабских Эмиратов. До свидания.